Всем привет, дорогие друзья! С вами Залиэл, и мы с вами продолжаем играть The Walking Dead Мишон. А как вы помните, в предыдущем эпизоде мы, так сказать, попались в ловушку, в плен. И на самом деле это действительно очень-очень нехорошие люди. Поначалу я, конечно, думал, что нет, возможно, что вот эта вот девчонка, да, которую мы, кстати, сейчас будем спасать, возможно, специально, украла там сумку, да, но оказалось-то то, что эти люди очень плохие, поэтому я все понимаю. Итак, давайте, ребят, начинать. Посмотрим, что все-таки во втором эпизоде будет. Всего их будет 3, поэтому уже практически все закончено. Вот. Во втором эпизоде мы многое узнаем. В предыдущих сериях The Walking Dead Мишон. Слушай. Ты слышишь, да? Похоже на женский голос. Прием? Прием. Есть здесь кто-нибудь? Нам нужна помощь. Если бы я знал, ни хрена не видно. Берта, держи штурвал прямо. Грег, вы вообще кто такие? Рэндалл! Кажется, наши воры попались. Отличная работа. Знаешь, каждый найденный нами живой человек, у них с собой мертвецы. Кто не тебе, а? Мама? Где ты? Грампульф? Твоя гробная бесполезность закончится сейчас. Время отработать свое жилище. Сэм. Сэм. О, боже. Нормально. Черт, его застрелил. Я не хотел. Думаешь, это имеет значение? Да, вот сейчас интересно, он же не направит на нас пушку, правильно? Все-таки мы его спасли, как-никак. Но он, правда, застрелил нашего... Так. Ага, разумный выбор. Так, пожалуйста. Хорошо, я облажался. Здесь должен быть лежать Рэндалл. Не твой брат. Я не могу исправить то, что я сделал, но, может быть, я могу помочь. Хочешь помочь? Начни с того, чтобы вытащить нас отсюда нахрен. Будет непросто, я сделаю все, что смогу. Он еще дышит? Йонас! Я думал, у тебя больше времени. Что ты имеешь в виду? О, нет! Йонас, слушай. Йонас, слушай, я сказал, что помогу им сбежать. Тогда нам нужно будет исчезнуть. Да, хорошо. Давай найдем Пита и наберем... И выберемся к чертям отсюда. Спасибо, Мишон. За то, что остановил меня. Убийство Закари не было выходом. И это не принесет тебе никакого облегчения. Я знаю. Нормально, слушайте. Не, ну это, конечно, вообще ужас. Действительно, ни за что, ни про что брата бедного завалили. Так. Будем надеяться, конечно, что будет отлично.
Поглядывают. Пит все еще там, и у него гости. Хорошо, мы отвлечем охрану, потом выберемся отсюда. Эй, Джо! Можешь помочь мне кое-что с чем? Так, ребят, надо в любой момент сейчас действовать, я знаю. Тут интерактивность присутствует. Ничего от них не смог добиться, Закари бесполезен. Эти люди просто не говорят. Ой, я заставлю их говорить. Тихо. Все будет не так. Да. Так, держись, черный брат. Мы спасем тебя. Так, это тоже возьми. Опа, опа, тихо, рандом. Если они увидят, что меня нет, то у вас не будет и шанса выбраться отсюда. Эй, Рэндал! Расскажешь, как это произошло? Закари, он охранял дверь. Да. Это тебя Саманта надоумила? Где она? Я здесь только ради Пита. Найдешь Сэм, делай с ней что хочешь. Я никого из вас не выпущу. Норма, забудь об этой девчонке. Мы сами все уладим. Пит, я не против, но твоя подруга, похоже, другого мнения. Рэндал, давай сигнал. Конечно, брось мачете. Так, можно. О, нормальненько. Так, а Витяк это сейчас... Ой, тихо. Эй, я ж нажал, сукин ты сын! Какого хуя? Так. Я вот этого прикола не понял. О, нормалек. Так, вот сейчас все по плану идет. Кью-кью-кью. Сухотрах, пошел! Е! О! На мана! Тетку завалили. Ох! Нам надо уходить сейчас же. Проклятие, Мишон! Всегда выбираешь сложный путь. Ты ведь еще жив, а? Пока что да. Давай. Да наваляйте этой тетке побольше тумаков. Ну я ж сказал, надо всего лишь-то... Прячьтесь. Тревога, у нас тревога. Это нападение, что происходит, Майк? Где дети? Пленники сбежали. Как? Слушайте все. Не высовывайтесь. Мы скоро их найдем. Нам раз... Сюда. Нам кранты. Нас весь город ищет. Разберемся, Мишон. Посмотрим, смогу ли я вытащить нас отсюда. Так. Избили к чертям Норму и Рэндала. Кажется, мы их потеряли. Ага, вон лодочка. Мы можем взять лодку. Мы их загасим, если придется. Тут ли они, либо мы. Нет, мы не будем никого убивать. Я сдамся. У вас будет временный побег, никто не умрет. Пит, они убьют тебя. Нет, они не станут. Начнешь убивать их людей, и наши шансы выбраться для любого из нас упадут до нуля. Я делаю то, что лучше для моей команды, включаю тебя. Да он реально собрался, что ли? Не-не-не, Пит. Как только появится шанс, бегите. Так.
Стоять! Что ты делаешь? Я мог бы их уболтать. Рисковать я не собираюсь. Приготовьтесь. Так, ну давайте. Сейчас клянь-клянь будет. Е! Отлично. Слушай, ну это... Черт! Назад. Серьезно? Какая-то вот эта пожилая тетка? Хрена мы ее порезали! На шматки-то! Кью? Ты в порядке? Эти люди! Пойдем, Пит! Черт, они здесь! К лодке! Так, нормальненько. Да что ж ты так далеко, ты не дай бог умрешь. У тебя тут... Руки убери. Приведи их. Тебе стоит обернуться. Думаешь, я поведусь на это дерьмо? Вообще нормалек. Мишон, бей, пошли. Бей? Помогай, я неправильно уже читаю. Пожар! Давайте, ребят, огонь распространяется слишком быстро. Гранит форспит. Ах ты грязный червь! Придется нам тут это... На суше уже высаживаться. Мотор долго не протянет. Totem Game представляет совместно со Skybound Entertainment The Walking Dead Mission. Да, ребят, музыки нет специально, потому что копирайт, как всегда. Я уже, не знаю, в авторских прав столько видяшек, что это капец. Сколько я на стримах использовал музыку, причем я даже выбирал, и все равно они какого-то хрена ее, вот видите, забанили. Ну, не забанили. Они эти видео на самом деле копирайты просто присваивают себе и все. Но, возможно, некоторые делают, что и просто кидают страйки. Да, типа за незаконное использование музыки нашей. Есть такие братки. Вот. Ну, сейчас, кстати, правда, это мало кто делает. Вот что я вам скажу. А что насчет вот этого всего? Я просто офигеваю, что Мишон делает. Вы видели, да, как она разобралась? То есть... Мы могли спокойненько просто уйти, но нет, нет, я оставил то, что наш браток лучше бы остался с нами, и что же? Он остался с нами, он выжил, блин, хотя бы до этого момента, но он выжил. Я уже рад. Все не должно было так. Тебе нужно учить держать свой мачете. Я не могу оставить тебя. Ты должна верить, что иногда я знаю, что делаю. Я просто хочу сказать, что в следующий раз позволь мне сначала сделать то, что я должен. Если это не сработает, ты сможешь поддержать разговор с помощью мачете. Нам не добраться до нашей лодки. Мы можем спрятаться в моем доме, пока все не прояснится. Мой папа может помочь. Он действительно может нам помочь? Он самый умный человек, который я знаю. У него скверный характер, но я за тебя поручусь. О-о-о. Блин, нам бы лодочку, знаете ли. Опа. Мишон? О боже. Твою ж девять. Ну, ё-моё. Так, ну я надеюсь, батя-то не среди них. А-а-а-а.
Да вы шутите, что ли? Нормальненько вообще. Нас еще и стреляют. В укрытие. Ползите безопаснее. Блин, нам нужно немного оторваться от нормы. Здесь входящий переключится на них. Ну ладно, хоть на... Мы можем скрыться в лесу. Как мы это сделаем? Да мы же не собираемся просто идти прямо сквозь этих тварей. Это что такое? Просто смотри. Так. Держи его. Блять, это противный пиздец. Ой, папуасы, ну это... Чёрт возьми, Мишон. Так, еще браток. Странно, кстати, что они нам помогают убивать зомби. Видели, да, что они выстрелили? Вот это я вообще не понял. Покрушай, быстрее. Нет. И чего? Че это вообще за херня? Я ничего не могу понять. Теперь идем. Держитесь ближе, ведите себя тихо. Пока не столкнемся с ними, все будет хорошо. Серьезно? Сзади как бы... Я ничего не могу понять, если честно. Я уже даже не знаю, куда они там стреляют. Что за снайпер такой косой? Спасибо, конечно. Я не знаю, кто нам помогает. Мои дочки. Мишон? Что? Так, так, идем, 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 папуасы. Ничего. Двигаемся. Просто идем дальше. Мишон, помедленнее. Серьезно, как они нас слушают? Я ничего не могу понять. Что за бред? Почему? Как они вообще идут вперед? Мы что, им команду го-го-го, это но-но-но даем. Ой, вот эта бабка мне не нравится. Ой, не нравится. Кто это? Я не могу поверить, что это сработало. Просто радуйся, что сработало. Ой, папуасы приехали! Там завалите их! В лес. Господи, надо было всего лишь из 47-го... Рэндала завалить, ну или отрубить ему головку, ну вот можно же было по-людски это сделать. Команде придется подождать. Мы вернемся, когда все уляжется. Лучше не задерживаться долго. Мне нравится думать, что Волк остается без руководства. Есть короткий путь к моему дому. Но вам это не понравится. По болоту идти? Или по кладбище? Ой, блин. Да, это как-то... Все не так плохо, как кажется. Как по мне, так это выглядит чертовски скверно. Лучше, чем идти длинным путем. Если мы переживем это, я больше не буду жаловаться на альпинизм. Грег, я залезли здесь друг за другом. Не думаю, что у нас есть время. Блять, есть время на это. За мной. Ух ты, маленькая полуквадратная жопа. Ай!
Чёртов короткий путь. Слушай, ребят, давайте по одному, что ли, потому что я такое чувствую, что наш дорогой браток останется один. Если мы сейчас... Да, это, конечно, мне все не нравится. Так. Ну вот эта балочка немножечко, мне кажется, поувереннее выглядит. Так. Уху! Папуасы! Зашибись! Так, тихо. Ты в порядке? Держись. Не думай, просто двигайся. Рэндалл, я нашел их! Сюда! Давай. Черт! Так, папуасики, идем. Ну, мне кажется, они такое не повторят. Ой, папуасы, давайте эту. Да что ж такое-то? Что ж я такой фуфел? Рэндом. Ху-ху! Ах, патрончики кончились. Блин. Так, ладно. Да вы издеваетесь. Ай-яй-яй, мешок. Тихо. Почти на месте. Ой, вот это вообще нехорошо. О, нормалек. Так, пора двигаться, ребята. Вот, сукин сын. Живее. Сэм, прыгай. Ах, ты маленький. Блин. Конечно, в первом The Walking Dead было покруче. Мишон, все будет хорошо, Сэм. Я собираюсь вернуть тебя домой. Так. Так там вроде одного прижало. Что за хрень? Нет, как-то выбрался все-таки. Ну, ребят, все напряженней и напряженней. Мой дом впереди. Мы недалеко. Они запах крови-то чуют, наши братки. Ох, как чуют. Кью. Вот и головы нет. Я нашел пристанище Нормы, еще когда оно было парой лодок, вставших на якорь у причала. У них были припасы, которые просто лежали, и... Норма поймала меня. Не думал, что она сделает это, но она меня отпустила. И теперь Грег мертв. Что ты у нее взяла? Консервы, антибиотики, все, что смогла найти. Там, где мы живем, такого не найти. Неудивительно, что она была в ярости. В тот раз я думал, что мы сможем прятать все на пароме. Но Грег, он не считал его безопасным. Да, правильно, кстати, что не считал. Мне надо было послушать. Боже, голова кружится. Стоять. Спокойно. Главное, чтоб не заразно. Рана-то была, понимаешь? Заразиться-то все. Я расчищу путь. Ты выглядишь не очень хорошо.
Чувствую я себя еще хуже. Разговор помогает. Я не хочу потерять... Твоя семья, какая она? Отец был адвокатом, поэтому у меня никогда не получалось выиграть у него спор. Мои братья Джеймс и Алекс, они так похожи на Грега. Их скоро убьют. Так, ну а чем... Я нашел вот это. Ого! Держитесь рядом. Блин, здесь слишком опасно. Папа был прав. Он сказал, что никому из нас не следует покидать дом. Ходячие доставляют проблемы, люди хуже. Это не твоя вина, то, что случилось с Грегом. Это не то, о чем он подумает. Мы поможем понять, сэр. Иногда ты не можешь извлечь ничего хорошего из плохих ситуаций. Твою мать, а! Я не знаю. Как я скажу отцу о Греге? Не знаю, смогу ли я. Да придет время, ты поймешь. Дошли. И что там, ловушки какие-то Сэм. Или что? Сэм, очнись. Ой, блин. Так. Покоя от них нет. Иди сюда. Ой, тихо. Это было близко, конечно. Только почесаться хотел. Так. Ага, растяжечки какие-то. Так я и думал. Блин. Нормально. Мин там никаких нет. Почти на месте, Сэм, почти на месте. Черт, она теряет кровь. Это плохо. Не двигайся, черт возьми! Больше ни шагу! Эй-эй-эй! Мы не причиним тебе вред! Мы просто хотим помочь этой девочке! Сэм? Она мертва? Ты убил ее? Я, блядь, не шучу! Сэм еще жива, но не продержит долго, если ты нас не впустишь! Мишон! Сэм? Может, ты-то стрелял в нее? Или ты? Может, ты войдешь сюда и у всех убьешь? Чем дольше ты говоришь, тем больше крови она теряет. Черт возьми. Хорошо, неси ее сюда. А-а-а, папуасы! Да труби же ей ногу. Ой. У нее мало времени. Слушайте, ну... Блин, надеемся, что... Зомби не заразил ее. В гостиную, слева от тебя. Сэм? Сэм?
Джеймс, Алекс, отойдите! Ваша сестра ранена! Что с ней случилось? Это плохо, очень-очень плохо. Ее ранили. Что? Как тебя зовут? Меня Джеймс. Хорошо, Джеймс, у тебя есть аптечка? Вроде бы. Давай быстро. Ой, блядь. Если мы собираемся что-то делать, то нужно прямо сейчас. Нашел. Так, шкалик воды. Давай сюда. Что ты с этим делаешь? Сэм, Сэм, I got you. I'm here. I need to clean the. Нужно продезинфицировать рану. Сэм. Пуля все еще там? Не прошла, она вылет. Но мы должны ее вытащить, да? Слишком много крови. Щипчики, блин. Так. Клизму какую-то. Хрен, тебе придется использовать это. Это что, в задницу, что ли? Чуть не понял. Я подержу ее. Блин, я наверное, мудель, потому что удерживать, тащить, чтобы открыть рану. Ёб твою мать! Охереть просто, ребята! Так. Пуля на вылет не прошла почему-то. Так. Так. Кровь. Точнее, мясо. Ой, блин. Подай мне это. Типа на. Не буду врать. Это будет адски больно. Держите ее. Ты тоже. Мы ее держим. Почти все. Нет. Что-то, по-моему, еще надо. Отойдите от нее. Джон! Что ты делаешь с моей дочерью? Спасаю ей жизнь. Ты выжил из ума? Дай мне закончить. Я почти закрыл рану. Джеймс, позволь мне. Так, ну давайте. Ну, капец, конечно. Может, еще закрыть, ребят? Ой, блин. Она поправится? Я могу, кровь остановилась. Вот что важно. Скажи мне, что случилось? Я спасла Сэм, принесла ее через лес с ходячими обратно к вам. Когда Сэм очнется, мы узнаем, что на самом деле случилось. Посмотри на меня. Я не знаю, кто ты, черт возьми, такая, но... Папа? Папа? Где Грег? Сэм должен рассказать вам это. Рассказать нам что? Грег не вернулся с ними. Что ты имеешь в виду? Нет. Господи, вы еще и Грега прибили, сволочи, наверное, отец думает. Все хорошо, ребята. Все хорошо, я здесь. О,
Ой, тихо, тихо, тихо. Сейчас нас накроет еще. Она все вспоминает этот момент. Что же там за дверью-то, а? Живы ли наши дочки? Колет? Колет? Элоди? Элоди? You girls in here? Девочки, вы здесь? Она есть видеть, что случилось с вашими дочерьми. Так, что-то обувь не одета. Так, тут не прибрано вообще, как, не знаю, как пахом какой-то. Элоди. Дочери пахомки какие-то. Так. Колет. Так, Тайгер. Ой, блин. А? Ее что ли несли? Или что вообще? Так, батя какой-то. Ого! Так, 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 не будем ничего пока придумывать. Так, мертвый браток. Ничего интересного. Так, ну это возможно от зомби. Контейнеры для... Ужин? Правда, никто ничего не ел. Так, и чё тогда? Изуродованный труп. Так, вроде не наша дочь. Кухонный нож. О боже. Всё, у неё паник. Наступил. Какого черта здесь произошло? Привет, вы позвонили Мишон. Оставьте сообщение, я перезвоню потом. Они пытались позвонить мне. Как я могу пропустить это? Проклятие. Охереть, тут следы-то, а? На Сибири... Вы оставили все это? Так, 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 так. Hello? Эй? О, слава богу. Мишон, это Донна. Донна? Я пыталась найти их отца. Девочки с тобой? Я искал их.
Я тоже. Боже, я надеюсь, я не в порядке. Я говорил с Домиником, но вдруг... Вдруг кто-то закричал. Боже, это было ужасно. Я не знаю, был ли это кто-то другой, но, боже, Мишон, это был... Так напуган. Девочки тоже. Кричал, просто кричал. Дона, куда он забрал девочек? Сюда. Ко мне, за город. Думал, так будет безопасней, но они должны были быть здесь много часов назад. Мы должны найти их, Мишон. Могут быть где угодно. Я не с места. Я иду к тебе. Эй, что ты? Пожалуйста, пожалуйста, не надо. С кем ты говорила? Ты говорила сама с собой? Просто думала, кого я когда-то знала. Это нормально, когда я так делаю. Джон, он ушел. Поговори с детьми и убедиться, что они в порядке. Пока я наблюдала за тобой. Прости за это. Как дети, с ними все хорошо? Не знаю, не может быть хорошо. Их брат погиб, сестра ранена. Я имею в виду хреново, да? Поэтому да, я хочу извиниться за то, что я чуть не застрелила тебя. Ударение на чуть. Не волнуйся из-за этого. Случается чаще, чем хотелось бы. Если тебе будет от этого легче, то я не очень хороший стрелок. Этот клочок земли, здесь похоронена его мама. Около года назад она просто... Она заболела. Дело не в голове, что-то с сердцем. Я пробовал то же самое, но... Я не смогу это сделать. Я думал об этом. Почему ты этого не сделал? Но, как я и говорил, я плохой стрелок. Если бы не Сэм... Нет, Грег. Мне просто нужно больше времени. Больше. Нет, нет. Я здесь, Сэм. Эй, не двигайся, не двигайся. Сэм, нет. Мишон, мы должны ему помочь. Ты слишком... Дай мне подняться. Я должен помочь ему. Тебе нужно поспать, Сэм. Но тебе нужен отдых. Сэм. Я знаю, Джон может произвести тишину в первое впечатление, но благодаря ему вся семья держится и до сих пор не лежит в земле. За то, что тебе дорого, ты будешь сражаться. Правда?
Something that makes all this shit worth it. Yeah. Да, сражаться до самого конца. Хотя я сказал, пока не умрешь. Очень глупо здесь оставаться, Джон. Эта женщина, хватит! Мы не будем принимать никаких решений. Мне нужно с тобой поговорить. Наедине. И на этой, ребят, прекрасной ноте мы с вами пока что закончим. С вами был Залео. До скорой встречи, дорогие друзья. Бай. Бай.